В эфире телекомпании «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Руины, бездомные, грязь, мусор и антисанитария. Какая судьба ждет любимый многими одесситами и один из немногих бесплатных городских пляжей – Чкаловский. Одесская мэрия создает видимость борьбы с незаконными стройками. Проезд большегрузного транспорта в Одессе ограничили определенным временем, но пробки на главных магистралях останутся. По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 387 одесситов. В целом по региону зарегистрировано 844 новых случая заболевания. По данным на 22 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 255 пациентов с COVID. Из них 33 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 222 пациента, из них 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 23 пациента с подозрением на коронавирус. Зарегистрированы 9 новых случаев COVID у детей. За последние сутки выздоровели 194 жителя Одессы. Продолжают болеть 15 132 человека. Город засыпает, а на пляже появляется мафия. Так в Одессе под покровом ночи неизвестные загнали на Чкаловский пляж строительную технику и начали сносить старые постройки. В ночь на 22 апреля на горячую линию общественной организации «Зеленый лист» поступил сигнал о том, что на территории Чкаловского пляжа заехала строительная техника. На месте событий находился грузовой автомобиль «КамАЗ» и экскаватор, который активно сносил постройки. Кроме этого, в разборе старых сооружений принимало участие более 10 человек. Также на место происшествия прибыла полиция. Отметим, когда рабочие заметили, что к ним приближается автомобиль с включенными проблесковыми маячками, спешно начали выгонять экскаватор, но большим обломком стены повредили технику. Из машины начало вытекать масло, а сама она не смогла продолжать движение. Об этом сообщает корреспондент 048.ua. Приехавшие на место вызова полицейские пообщались, так сказать, с главным на объекте человеком и пытались выяснить, какие работы здесь проводятся, а также на каких основаниях. Последний, как оказалось, уроженец Хмельницкой области представился Валентином, руководитель подрядной организации. По его словам, они занимались на пляже с 20.00 уборкой и благоустройством. После заполнения всех бланков и прочих формальных действий наряд уехал, а вслед за ним и КамАЗ. А неизвестные остались на пляже, но никаких активных действий по сносу остатков строений не последовало, очевидно, из-за неисправной техники. И уже сейчас территория над Чкаловским пляжем выглядит как руины. Впрочем, чуть выше, на склонах, ближе к трассе здоровья, разруха обосновалась давно и, похоже, надолго. Ее запечатлели корреспонденты Украинской службы информации. Поднявшись, можно увидеть, что за несколько лет здесь практически ничего не изменилось, а, возможно, стало только хуже. Когда-то здесь располагались летние домики санатория имени Чкалова, но в 2009 году их передали в частную собственность. В январе 2019 года часть домиков снесли. И с тех пор склоны украшают развалины, среди которых живут бездомные в построенных ими временных жилищах. К слову, за последний год здесь несколько раз вспыхивали пожары. Беспокоит ли городскую власть этот позор курортной зоны? Похоже, вряд ли. Одесская мэрия создает видимость борьбы с незаконными стройками. Юридический департамент вдруг заметил строительство высотного жилого комплекса на Лидерсовском бульваре. Обращение с требованием проверки документов застройщика направят в офис противодействия рейдерству. Строительство на месте теннисных кортов по Лидерсовскому бульвару ведется как минимум полгода. Информационного счета на заборе нет. Попытка застройщика скрыть истинное предназначение объекта вызывает сомнения в законности проведения работ. Градостроительные условия и ограничения на разработку плана территории двух участков по Лидерсовскому бульвару получены для строительства гостиницы с тетом обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом предоставления первой медицинской помощи и реабилитационным центром. На деле компании «Спортсервис» и «Лидерпарк» собираются построить на месте теннисных кортов 6 семиэтажных корпусов на 216 квартир с коммерческими помещениями и подземным паркингом. На сайте застройщика «Одесса Бут» уже предлагают купить квартиры в жилом комплексе. Строительство намечено закончить через 2 года. Местные жители и общественники еще в августе протестовали против строительства.
В связи с полным бездействием правоохранительной системы, подачи иска в суд с запретом проведения каких-либо подготовительных и строительных работ до вынесения решения суда. Даже не имея всей документации, которую необходимо иметь до начала строительства, уже продаются квартиры. По моему мнению, это обычное мошенничество. Тот земельный участок, на который мы в том числе получили всю документацию, граничит с действующим моргом 3-й городской больницы. И это вообще не влазит ни в какие санитарные нормы, потому что ближе 300 метров невозможно ничего строить ближе к существующим или действовавшим ранее моргам. Одесская организация «Партия Национальный корпус» снесла забор на строительной площадке. Но городская власть не спешила защищать права одесситов. После обращения горожан началось расследование. Выяснилось, что при передаче земли в аренду и дальнейшей регистрации было незаконно изменено целевое предназначение участка. В феврале по требованию следствия суд принял решение о прекращении строительства до окончания расследования. Но работы продолжаются. После того, как Офис противодействия рейдерству проведет проверку, городской совет сможет пожаловаться на застройщика Министерства юстиции. А пока будет продолжаться бюрократическая волокита, дом построят. У мэрии есть возможность заблокировать самовольную стройку силами муниципальной стражи, призвать на помощь полицию, обратиться к губернатору как представителю государственной власти. Но с самого начала чиновники потворствуют застройщику. Создается видимая защита интересов горожан. На дворе уже весна, а горожане все больше времени проводят на свежем воздухе. Если взрослому поколению достаточно просто прогуляться по парку, то детям необходимы развлечения, игровые площадки, которые в Одессе, к сожалению, находятся в плачевном состоянии. В последнее время все чаще от горожан поступают жалобы на неудовлетворительное, даже опасное состояние детских площадок. Самое интересное, что в основном больше всего экстремальных, так сказать, зон расположено в парках и скверах. Недавно мы вам показывали игровую зону, расположенную в парке Победы. Теперь, пожалуйста, еще один большой детский городок в сквере Звездный. Очередная горка с дырками. Страшно даже представить, что будет, если ребенок не заметит повреждения и спустится. Также сломаны и другие элементы аттракционов. Качели, например, и вовсе отсутствуют. Еще одно обращение поступило только уже на игровую зону, расположенную возле кафе на Крымском бульваре. Здесь также испорчена горка. Из нее торчит острая стальная часть, которая может травмировать детей. Говорить о последствиях смысла нет. И так все понятно. Отметим, это только те, о которых мы знаем. Сколько еще плачевных игровых площадок в городе, можем только догадываться. В Одессе ограничили проезд большегрузного автомобильного транспорта. Решение об этом принял исполнительный комитет городского совета. Необходимая долгожданная мера, безусловно, улучшит ситуацию, но является половинчатой. Пробки на главных магистралях останутся. По решению исполкома грузовым машинам массом более 3,5 тонн запрещено въезжать на ряд городских улиц в рабочие дни с 7 до 10 часов утра и с 5 до 8 вечера. Движение ограничивается на проспектах Добровольского, Небесной Сотни, улицах Семена Полья, Черноморского казачества, Атамана Головатого, Ришельевской, Пушкинской, Водопроводной, Краснова, дорогах Южной и Николаевской. Мы надеемся, что таким решением мы повысим проезжаемость наших улиц и снизим уровень пробок. На основании принятого решения будут разработаны схемы организации дорожного движения и установлены соответствующие ограничивающие знаки. Как только знаки будут установлены, соответственно, проезд грузового транспорта будет запрещен. Решение исполкома не учитывает выделение места по стоянку иногородних грузовиков на въезде в Одессу по всем направлениям. Во-вторых, подавляющее большинство машин на одесских дорогах составляют легковые. И количество их быстро увеличивается. Пробки создают они, особенно когда правая полоса занята парковкой. Ограничивать движение всего транспорта, как это делается в Европе, наша мэрия не хочет. А полумеры положение дел на дорогах не изменят. Утром и вечером пробки останутся. Одесские правоохранители задержали 44-летнего горожанина, который занимался незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. Установлено, что одессит скупал стартовые пистолеты, которые не требуют специального разрешения, и в собственной квартире переделывал их на боевые для дальнейшего сбыта.
Каждую единицу огнестрельного оружия злоумышленник продавал за $350. Сотрудники Одесского районного управления полиции номер 1 и оперативники областного главка в сотрудничестве с сотрудниками управления службы безопасности Украины в Одесской области под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры Одессы документировали противоправную деятельность человека более 2 месяцев. И вот, наконец, правонарушителя задержали сразу после реализации нескольких пистолетов. В ходе санкционированного обыска из квартиры фигуранта правоохранители изъяли заготовки, оборудование и оборудование для изготовления огнестрельного оружия. В настоящее время досудебное расследование уголовного производства продолжается. Следователи готовят сообщение о подозрении правонарушителю и ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно действующему законодавству, мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Дії правопорушника кваліфіковано за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Наразі слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопочуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В преддверии самого большого и светлого христианского праздника Воскресения Христова одесситка Екатерина Шилыгина создала традиционные пасхальные писанки из морских стеклышек. Вот уже несколько лет Екатерина Шилыгина экспериментирует с формами арт-объектов из морских стеклышек. На этот раз одесситка создала традиционные пасхальные писанки. Вид, конечно, изумительный. Отметим, что материал для поделок Екатерина ищет в основном на пляжах Крыжановки. Там нет волнореза и стекол особенно много. За одну прогулку одесситка уносит с пляжа до 2 килограмм. По словам изобретательницы, стекла не нуждаются в особой обработке, ведь их шлифуют море. Достаточно помыть и продезинфицировать, а затем взять в руки паяльник и собрать осколки в единое целое. Причем эта работа посложнее, чем создание витража, ведь мастера по витражу сами определяют размер и форму деталей. А Екатерина старается осколки подобрать друг к другу, чтобы они идеально совпали и по форме, и по цвету. В коллекцию работ мастерицы входит защитная маска, которую она создала во время пика эпидемии коронавируса. Почти хрустальная, но на самом деле стеклянная туфелька. Сейчас хранится в Американском международном музее морского стекла. А также светильники, броши, подсвечники и даже огромные вывески украшают дома и рестораны в разных странах мира. Работы выполнены в технике Тиффани. Несмотря на то, что одесситка активно делится полученными на своем опыте знаниями, повторять за ней никто не спешит. Уж больно трудоемко. Работа. На одесском пляже возле желтого камня в отраде появился лебедь, который живет здесь уже более 2 недель и собирает на себе восторженные взгляды отдыхающих. Когда на пляже не шумно и мало людей, птица подплывает ближе к берегу или к пирсу, а иногда даже выходит на сушу, чтобы попить пресной воды из дренажного стока. Питается пернатой рыбой, бычками. Иногда птицу подкармливают прогуливающиеся, но некоторые, вероятно, из-за неосведомленности бросают ему хлеб. Но такая пища может навредить лебедю. Хлебобулочные изделия – это хорошие источники углеводов, но лебеди, утки, гуси и другие птицы получают мало калорий, потребляя их. Если пернатая будет есть слишком много хлеба, это приведет к таким последствиям, как избыточный вес, расстройство пищеварения и к другим проблемам. Итак, наслаждаемся красотой, не причиняя вреда. В селе Заря группа местных энтузиастов, любителей природы, вырастили и выпустили на волю 94 особи румынского фазана. Все подробности в сюжете. На юге Одесской области выпустили на волю новый вид фазанов. «Природа не терпит пустоты», отметили авторы идеи. Данный вид пернатых является новым для территории, на которой располагается Саратская громада. Предполагается, что румынские фазаны приживутся на новой местности, в том числе и в охотничьих угодьях, и увеличат популяцию пернатых. Охотничий румынский – это разновидность охотничьего фазана, полученная в результате селекции птиц, выращенных на фермах европейских пород и диких особей японского фазана. Данное название укоренилось в основном в России, в европейских же фазанариях его называют изумрудным, зеленым, исходя из второго названия. Цвет птицы отличается изумрудным окрасом. В основном их выращивают в мясном направлении. Взрослые самцы достигают массы 2,5-3 килограмма. На основе данной породы выращены еще несколько подвидов. Все они мясного направления. Так как у этих пернатых богатая родословная, то очень трудно найти особь чисто изумрудного окраса без примесей. Несомненно, почти сотня этих красивых птиц еще больше разнообразит непревзойденную природу Одесского края.
Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация о синоптиков о погоде. Напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу krug.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34-00-76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 23 апреля в Одессе дождь, ветер западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-10, днем 12-13 градусов тепла.